Друзья, с нами очаровательная Екатерина, представитель ассоциации виртуальной и дополненной реальности. Сейчас она скажет несколько слов о трендах будущего, может быть, не совсем близкого. Может быть, это будет совершенно заоблачная какая-то фантастика, но, думаю, будет интересно. А также напутственные советы юным предпринимателям, стартаперам, которые развиваются в индустрии виртуальной реальности. Екатерина, вам слово. Да, добрый день. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Хочу всем пожелать и дать несколько напутственных слов. Ничего не бойтесь, будьте смелыми, экспериментируйте. И только те, которые будут наиболее интересные проекты, будут самыми известными в России и мире. Что касается каких-то трендов, о которых говорил коллега, то пока никто не может сказать точно, что будет через 20 и 30 лет, но все предполагают, что наши коммуникации будут полностью виртуальными, что мы сможем общаться силой мысли и совершать различные наши действия тоже в виртуальных мирах. Так же, как ходить в магазин, делать покупки, смотреть кино, либо оказаться вместе с сотрудником банка и взять, например, большой какой-нибудь приз. Пробуйте те ваши проекты, которые будут наиболее интересными, как раз и станут предопределять то, что будет у нас через 20 лет. Отлично. Екатерина, ну а как вы сами относитесь к виртуальной реальности? Готовы ли вы погрузиться в нее полностью? Но это очень интересный формат, который позволяет, например, ощутить высоту на высоте здания МГУ, либо почувствовать себя в горах и то, что обдувает ветерок. Пока технология приносит достаточно интересные результаты, например, в образовании и медицине. Возможно, если это будут интересные эксперименты, то вполне мы сможем погружаться в виртуальную реальность и испытывать те чувства, которые мы не можем испытать здесь и сейчас. Ну, самое главное, чтобы мы оставались все-таки с вами хотя бы частично в реальности, потому что реальная жизнь, она все-таки существует, и мы не зря появились на этой планете. Надеюсь, что все-таки не полностью поглотит нас виртуальная реальность. Оставайтесь с нами, будьте на связи, Samex News.